Ребята, не могу не наглядеться. Как всякий раз, когда сюда приезжаю, на марину, на порт, где отправляются корабли на подводное плавание, на снорклинг и так далее. Боже, вы посмотрите на это. Это же просто красотища. Очень модное место. Ни миллион людей никогда здесь нету. Все спокойно, все сделано. Один раз в неделю от нашего клуба, два раза, во вторник и в субботу. Наш клуб, кто хочет, выезжает за 30 евро на пати на таком корабле шикарном. И там стоит диджей, делает музыку, там пьем немножко венца, все в белом и празднуем. Посмотрите, какая красота, заход солнца празднуем в открытом море. Это просто диво дивное. Не знаю, я так люблю на море, мне это просто, для меня, не знаю, мне кажется, что я вообще родилась в море. Красного. Вот так вот. Такой ухоженный, так ухоженная марина с магазинчиками. Так, смотрите, только что я была в магазине, кто я уже рассказала, купила водички, кока-колы и такие мелочи. Томатный сок, синтетический. А это впереди вот этот отель Кемпинский. Это первая часть от Кемпинского. Как говорится, здесь очень самобытные отели хорошие, они очень разбросанные, очень большую площадь занимают. Очень. И везде изумительные садовники. Кемпинский стоит дешевле, как это ни странно, хотя Кемпинский, сами знаете, это очень хороший отель. Но потому что у нас очень много дел для спорта. У нас прекрасный спа, у нас прекрасная организация, еда тоже, конечно. Буфет у нас больше, а в Кемпинске меню. Вот так комнатки здесь выглядят. Но не разные, различные здесь. Есть общий дом. И есть еще такие вот трехэтажные бунгало. Вот их бары. Здесь, конечно, людей меньше, чем у нас, намного. У нас сейчас 350 человек, хотя это Египет, видите? Люди не боятся ехать. Не пугайтесь. Посмотрите, вчера в Мюнхене вообще перестрелка была. Ну, в Европе, а Лемницы недавно тоже задавили людей. Так что можно везде. Везде что-то может случиться. И в машине можно ехать случиться, и на самолете. И жизнь сейчас непредсказуема. Вот такой бесподобный бассейн. У них это один из бассейнов. Сейчас я поднимусь. Так. Опа. Такой бар. Еще раз напоминаю, ребята, вы со мною на канале Эрика Клаус. И вам показываю сейчас уже не мой отель, а показываю вам Кемпинский отель, который прилегает к нам. И, в принципе, здесь 5 или 6 отелей, все почти 5-звездочные. И они, каждый может идти вечером в другой отель. Немножко подплачиваешь, даже если у тебя есть интересно, например, и идешь в другой отель. Вот чистят бассейн. Смотрите, это другая часть бассейна. Конечно, отель бесподобный. Если бы, например, я не знала Робинзон, где я живу, то я бы, наверное, 100% в этом отеле бы остановилась. Единственное, конечно, одной, но вдалеке какая красота. Так, ребят, вот это другая сторона. Посмотрите, как здесь класс. Вот как будто бы в натуральном, как будто в море находишься. Причем это соленая вода, бассейн. Это Кемпинский. Сегодня ужасно много ветра, и мне заложено кепочку. Надо держать. А надо обязательно, я защищаю всегда голову. 36 градусов. Надо, конечно, тени. Вот посмотрите, какая прелесть. И гроты. Это душ. Смотрите, алоэ. Цветок алоэ.
Иногда я срываю, и когда я обожгусь, я ложу на руку или ногу. Это другая часть. Другая часть. Другие бунгало. Сейчас я пройду по мостику. Мостика вам сниму. Смотрите, какой канал. Не классно? Великолепный отель. Здесь, конечно, фотографироваться просто... Ну, мечта. Мечта. Так. Даже не кажется, что находишься в Египте. Такая красота. Где-то какая-то Карибика. Или, я не знаю, я была на Кубе. Вот у нас похожий был отель. У нас, ну, правда, конечно, немножко ориентальского стиля. Но у нас вот такой колониальный отель. Моя подружка, мы ездили на Кубу, тут на нырялку. Ну, не только, конечно, мы смотрели все, что хочешь. Но сейчас в этом дело не идет. Мы сейчас рассказываем, показываем просто, где я нахожусь. Сумабей. Смотрите, опять продолжается канал. Вот какая красота. Вы только посмотрите, как все ухожено. Вот лестничка. Вот она. А вот с другой даже ступеньки, смотрите, воду, ступеньки. Вот смотрите, ну это просто вот как аквапарк. И платить не надо за это. Вот. Это у нас Кемпинск. Ребята, я стою перед входом главным, нет, главным входом к морю. Morning. Сейчас я хочу вам показать, какие у них рестораны на улице. Жарко, я сегодня много хожу, чтобы поснять. О, 10 часов утра. Позавтракала. Вот такая красота. Вот это вверху. Вверху. Это можно там завтракать и ужинать тоже. Вот. Я считаю диво дивно. Я была в многих отелях, но это просто чудо. Хотя я все равно люблю. Я верна своему Робинзону. Сверху очень красиво. Вот такие вот стульчики. Так вот, так. Входим внутрь. Это внутри. Ребята, смотрите. Мрамор. Это завтракают тут тоже. Смотрите, ребята, какая красота. Антиквитет. Антиквар. Вот такая вот. Вот. Красиво. Вот это мрамор, ребята. Тоже мрамор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
очень красиво, очень, ну только посмотри. Стены такого дворца. Все здесь. Лампы. Подобно. Я всегда, когда захожу сюда, мне просто чувствуешь себя как в другом веке вообще. Смотрите, какая красота. Так. Такие картины здесь висят. Не удивляйтесь, я вам покажу тоже туалет. Туалет это очень важно. Всегда смотришь туалеты. Какой туалет такой. Но я считаю, что у нас туалет даже лучше. Это бар. Здесь бар. Вот я немножко вам показала. Отдал Кинсинский. Еще раз здесь покажу. Выхожу и направляюсь в сторону, где несколько магазинчиков. У нас много магазинов нету. Здесь это как бы не место, где пристающие продавцы тебя постоянно дергают. Купи, купи. Ну, конечно, все хотят, чтобы что-то купил, ясное дело. Тем более сейчас такое время, когда мало туристов российских. Со мной, когда меня вез сюда, таксист он мне говорит, я рассказала, что я русская, ну, родилась в России, все. Он говорит, боже, мы вообще пропадаем без русских. Вот. Ну, немцы, конечно, все понятно, и там австрийцы, у нас есть шведы, швейцарцы, но арабов здесь много, но большого класса, даже видела в нашем отеле в Робинзоне была свадьба, очень, конечно, классно сделанная. Девочки были в коротких платьицах, такие современные, модерн такой. А вот посмотрите, вот это тоже здесь же, это все Кемпинске. Здесь тоже можно жить. У них просто различные комплексы, различные типы комнат, конечно, как всегда, но очень-очень, что мне нравится, неоднотипно. Сейчас я хочу выйти между этих вот аркад, ну, то есть между вот этим проходом. Показать эту часть очень красивая. Вот. Такая вот полукругом на углу, видите? Красота. А дерево, посмотрите, как подвижно. Идеальная чистота. По дороге, когда в Египет едешь, думаешь, мусор, свалки везде. Слава богу, хоть здесь. Ну, конечно, это же престиж, тем более. А вот огромные алоэ. Растет. Нет, это кактус, это кактус. Я обожаю кактусы. Вы посмотрите, какой огромный комплекс. Просто огромный. И это вот мы сейчас уже из отеля Кемпинск. Сначала был мол отель, потом прилегал отель. Потом прилегал отель. Вот, сначала был Робинзон, потом прилегает сразу отель Кемпинский. А он, Кемпинский выходит на набережную и соединяется с этими маленькими магазинчиками. Соединяется с маленькими. Кемпинский выходит на набережную, то, ну как наш тоже. Но это уже почти конец Сомабе. То есть Сомабе полукругом, это полуостров. Сейчас я иду.
хочу немножко снять маленькие магазинчики. Hello. Hello.